В общем, сел на пенек и задохнулся. Это что у вас, попугайчик? А, нет, это сыпь какая-то пошла. Я думал, вы не заметите. Даже вот попугайчика надел для отвлечения внимания. Ну что, ко мне или к вам? У меня сегодня у матери аппендикс вырезают. Так что хоть свободно. Меняемся! Министерство разведенных, вы чего нос воротите? Да вы его видели? Видела. Животных любит. Руки, ноги есть. Нога есть. А как вам этот? А этот? Так это ж кологривый. А, ну да. О! А этот? Это вообще стул. И вообще, вот кто сказал, что женщина обязательно должна себе кого-то найти? Ну, это же позиция, навязанная социумом. Женщина должна учиться, саморазвиваться, она должна... Да-да-да-да-да-да-да. А ну-ка. У меня просто кое-что наклевывается. У него хата свободна. Матери аппендикс вырезают. Повезло так повезло.